Жене Евгения Зубова больше 20 лет. В прошлом году Видное получила почетное звание «Литературный город России». Творческие границы Ленинского округа расширяются. Теперь в премии дополнительная номинация для жителей других регионов нашей необъятной родины. В ней лауреатами стали трое представителей разных городов России. Награждаются за заслуги в сфере писательской деятельности, вклад в развитие литературной жизни страны. Все достойные, все как бы очень именитые, имеют много уже книг изданных, имеют много наград вполне себе заслуженных. Традиционно среди лауреатов – жители Ленинского городского округа и Московской области. Анна Маркова, член литературного объединения «Раменские зори», аспирант, педагог. Среди коллег считается молодым писателем, но подающим большие надежды. Пишет стихи, прозу, критические статьи. Выпустила несколько собственных изданий. Московская область – это единый регион. И, конечно, нам всем надо общаться, надо, знаете, нести свет сотворчества. То есть, естественно, мы не должны быть замкнуты в себе самим. Мы должны говорить со своими коллегами. Но еще интереснее говорить с коллегами из других регионов. Потому что в каждом городе есть что-то свое. Своя собственная духовность, свое собственное творчество. Этим необходимо делиться и, конечно, узнавать тоже. В торжественном награждении лауреатов премии Евгения Зубова приняла участие заместитель главы Ленинского округа Татьяна Квасникова, которая отметила, насколько Россия богата талантами и как важно сохранить эту самобытность. Вот это красивое литературное слово, оно так плывет волнами по России, теперь уже по России, отсюда из этих уникальных, замечательных мест. А у нас талантливы многие. А у нас земля такая особенная. И отношение к слову русскому у нас особенное. В этот день гости и лауреаты премии читали стихи. Всеми любимые произведения Евгения Зубова, которые многих в свое время и вдохновили на собственное творчество. Юлия Погосьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.